Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, хочу сразу извиниться, то, что вчера серии не было, ну, можно сказать, не то, что не смог, просто... Просто скажу, что ремонт начался, да, вот дрель, шум, поэтому, я не знаю, просто, там охренеть, как было слышно. Поэтому, я думаю, и вам бы было не очень так удобно слышать, да, как... Не меня, да, а шум дрели и все такое, поэтому, ребята, думаю, что... Ну, извиняюсь за это. Но, в принципе, ребята, это такое, знаете, тоже. Не планируешь, а тут бам, и начался ремонт. Ну, лично у меня так было, не знаю. О, кстати, ребята, вот видите, я уже заметил... Нет, не я уже заметил, а может вы заметили, хотя нет, не думаю, потому что я еще, в принципе, не показывал. Я начал строить вокруг нашего города стену, чтобы... Ну, я не знаю, почему-то захотелось мне стену построить, но, как видите, еще как бы... Не совсем, да, она построена, только немножко. Так, давайте вот это включим. Так, сейчас, секундочку, ребята. Секундочку. Так. Отлично, давайте возьмем отсюда, в принципе, что нам нужно. Вот это все, да, это взять, это тоже. И, в принципе, все, да, или еще что-то тут есть. 26 раркенди. Да, в принципе, все, отсюда нам уже ничего. О, орб, ну, орб нам не нужен. Так, давайте-ка мы сделаем... Вот так. А, нет, нужно. Там еще... Вот, факелы и хавчик. Вот. Отлично. Нет, сейчас. А хотя нет, больше нам ничего не нужно. Только самое главное, чтобы хотя бы уже куда-то можно было пойти. Так, давайте-ка мы вот так это сделаем. Все, давайте пожрем. И пойдем, ребята. Пойдем. Я не знаю, куда, если честно. Давайте, знаете что, ребята, а давайте-ка мы уже прокачаем эту команду до максимума. То, что, знаете что, нужно посмотреть, сколько раркенди нам нужно потратить, чтобы прокачать команду. 4, 8, а, нет, 6, 8. Давайте, может, тогда еще хотя бы минус 840, 65, сколько там? Нет. А, ну кто же еще? 1412, ну 1400, допустим. Знаете, ребята, чтобы уже хотя бы прокачать команду до максимума, после того, как мы ее прокачаем, как бы... твою ж. Мы возьмем другую, и что... Чтобы не прокачивать только с помощью раркенди, давайте, может, еще уровней так... ну, давайте где-то 5 уровней мы еще прокачаем. Вот нашим покемонам, желтё, ну, в принципе, даже 2 уровня можно прокачать. Можно прокачать, но... Сейчас посмотрим, то есть ему все равно, он не так быстро прокачивается. Сколько у нас уже орб? 55. Нормально. Так. Уже, ребята, 2 орба мы, можно сказать, прокачали. Вот и желтён еще один уровень добавился. Ну, в принципе, мне кажется, что его более-менее так быстро прокачаем. Только вот, смотрите, что я забыл. XP Share взять и поставить его вот сюда. Так, ай, твою ж. Вот тогда вот так, отлично. Чтобы всем опыт шел, а то, в принципе, Лукарио только 44 уровень. Он реально очень отстал от прокачки. А поэтому нужно его тоже прокачивать. Не, ну, смотрите, нам нужно быть приблизительно где-то так. Если бы еще вы все в бою не были, было бы вообще офигенно. Нам нужно убить, ребята, приблизительно, ну... Ну, я не знаю, если больших уровней, то немного. Где-то штук 5 еще нужно убить, чтобы прокачать Иви. Ну, попадем, попали, отлично. Ну, ладно, давай, отлично. Не, ну Иви очень быстро прокачиваю. Ой, нет, не Лукарио. А хотя нет, Лукарио тоже уже рубает тут.
Офигеть. О, значит, мы уже и Лукарио более-менее так прокачаем. Так, ну сначала Иви, чтобы Иви уже было прокачано. Смотрите, ребята, мы сейчас прокачаем Иви, и уже на два уровня, не на два уровня, а на два Раркенди нам нужно будет меньше использовать. Это, в принципе, нормально, мне так кажется. На два Раркенди меньше использовать. Все, ребята, Иви 60 уровень. Сейчас давайте с Серпериора. Так. Он более-менее так тоже убивает. На Иви не будем одевать, чтобы другим больше опыта шло, мне так кажется. Так, давайте тогда сейчас с Серпериором. Давайте посмотрим. А, нет, нет, не этим. Сколько будет опыта идти? Сколько опыта будет идти? Чтобы посмотреть, сколько нам нужно времени потратить, чтобы прокачать... вот этого. Чтобы прокачать Серпериора тоже к 60 уровню. Не, ну просто если так считать, ребята, мы прокачали Иви, да? Мы прокачали Иви за пару минут. Приблизительно, да? Даже меньше, то есть Иви тут реально быстро прокачивается. Мы ее прокачали, и нам на 2 Раркенди нужно меньше уже использовать. И сейчас еще и уровень в Эмбуару прокачали. Нормально. И сейчас еще уровень... Серпериора прокачаем. Если его не убьют, поэтому давайте Лукарио. Отлично. Лукарио тоже уже тут рубает. Поэтому, мне так кажется, уже ее нормально прокачаем. Не нужно будет. Ух, ладно. Там босс я вижу. Только не в земле, пожалуйста. Вулторп. Вот он, отлично. Сейчас убьем быстренько. Вот, ребята, смотрите, Серпериор был 53-м уровне, сейчас уже 54-й с половиной. Так. Ну, дай мне посмотреть, какой ты там. И Серпериор уже 54-й. Ну да, почти 55-й. Так. Давайте. И еще раз. И все, 55-й, отлично. Пожрем быстренько. Там еще босс один. Ну, вот этих лучше убить, то есть они тоже такие 50 уровни, поэтому... Че оно не хилится? А, все, вот. Так. Я что-то не то нажал. Ну, в принципе, ладно. Так. Не, Серпериор тоже очень быстро прокачается. Прям очень. Уже практически 56-й. Смотрите, Серпериор был... какой он был? 53-й, уже 56-й. Мы, ребята, используем на 3 Раркенди меньше. 3 Раркенди это как раз может пойти на того же Лукарио, да, чтобы его прокачать быстрее. Поэтому, мне кажется, как раз так нормально, то есть экономим, можно и так сказать. Так, давайте вылечим и пойдем на этого тренера. 36-й уровень. Ладно, я думал, тебе там хотя бы штук 10 покемонов будет, а у тебя... О, Farfetch'd. Тебя тоже можно убить. Фух. Вот, ребята, сегодня уже... Что там сегодня? Сегодня уже воскресенье. Сегодня ночью уже выходит Call of Duty новая, ребята. Я уже жду, чтобы поиграть. Действительно жду. Меня как раз еще спрашивали, то есть вы можете, как это можно сказать, вы можете оставлять свои вопросы в комментариях или в ЛС ВКонтакте мне писать, или, например, в группе где-то спрашивать. То есть если будут какие-то нормальные, адекватные вопросы, если можно на них ответить, да, то, в принципе, можете задавать, я вот так буду отвечать, если вам это интересно. Я где-то прочитал, спрашивали меня... играю ли или играл я в... Как она там называется? World of... Вот, да? Чтобы... Скорочено, да? Я, ребята, играл, но я играл... Я не играл. Я пробовал играть. То есть, первый раз я попробовал поиграть. Я сделал, может, где-то там... 3 поединка. Я вышел, потому что, ну, не моя эта игра. То есть, я не хочу сказать, что игра плохая. Я не хочу сказать, что игра просто...
какашка, да, что в нее нереально играть, но это как бы не мое, я не почувствовал того, что вот, офигеть, меня игра затянула. Я через пару месяцев еще раз попробовал, может, я что-то не распробовал, да, и я еще раз попробовал. Точно так же сделал два боя. Это что там за... Ну, сделал тоже где-то два боя, опять вышел, потому что, ну, не знаю, ну, не затянуло, да? А потом еще где-то через... через полгода приблизительно игра вышла на Xbox 360, да, и я даже там попробовал поиграть, тоже сделал так 3-4 поединка и вышел. Ну, на вопрос я ответил, то что я играл, но, в принципе, игра мне не то, что не понравилась, просто-напросто не затянула, поэтому вот так. Может, еще кто-то спросит, что, например, играешь ли ты там в Dota 2, так как, в принципе, действительно многие меня спрашивают. Но, ребята, я тоже не играю. Тоже так точно такая же история, как с Вотом. Я начинал в нее играть где-то раза три, точно так же приблизительно. Я заходил, я делал один поединок, два, ну, максимум там 3-4, и все. Меня она не затянула, я выключал и заходил еще раз где-то... Через, ну, пару месяцев. То есть я мог подумать, а может, я игру не распробовал. То есть, может, у меня тогда настроения не было, что что я как-то не захотел в нее играть, да. То есть, если я сейчас зайду, может, мне больше понравится, чем тогда. Чтобы просто-напросто тоже убедиться, что не тогда мне не понравилось, а вообще мне не нравится. Точно так же, ребята, заходил, пробовал еще пару раз, но не очень мне она понравилась, не очень затянула точно так же. И поэтому я в нее, ребята, тоже не играю. А вот код как раз жду, говорю, сегодня выйдет. То есть такая быстрая, динамичная игра, мне такое нравится. И поэтому вот такие игры я играю. А вот типа бесплатных, да, там вот, Dota, ну, не очень мне нравится. Мне в таких играх, как Dota, то есть в мобе, меня как бы, знаете, это толкнуло тем, что мне просто-напросто уже так надоело вот это отношение игроков к игре, что это просто сдуреть можно, честное слово. Когда ты там более-менее ты нормально играешь, но проигрываешь охренеть как много игр из-за того, что кто-то ливает или кто-то там, не знаю, играть толком не умеет и там сливается сразу на первых минутах. Ты чё, прикалываешься? Еще один. Ну, в принципе, вот он, но. Еще один. Нахренеть. Я такой смотрю, ни хрена себе. Он просто нереально быстрый и. Я не думаю, что он шайни, то есть. Не, на карте как бы всегда, видите, показывается таким кружочком, что как бы он шайни, но. В основном это не шайни, а это простой. Ух ты, не, ну так в океане как раз охрененно увидеть, да, что охренеть. Вот перед тобой какое-то там чудовище плавает. Я не знаю, ребят, как мне, как... Да нам, в принципе, нету смысла его ловить, давайте просто-напросто только посмотрим. Чтобы быстрее было не плавать, не... Нет, ребят, это не шайни, просто и я взлетел, чтобы быстрее на него напасть, чтобы быстрее посмотреть, шайни ли это или нет. Ну, на карте, видите, всегда такими легендарные показываются в... зеленые по бокам, то есть цвет шайни, но как бы это не шайни. Давайте тогда... О, нет. Давайте желтион. Ну, ребята, зачем нам два Кьорга? Зачем? Ну просто, зачем? Что мы с ним будем делать? Охренеть. мы его еще и не убьем. А, не, твою мать. Охренеть. Да, эмбар как-то глупо, да? Ну, походу, мы его, ребята, еще и не убьем. Охренеть, он сильный.
Ладно, плыви себе дальше. Зараза. Не, ребята, мы бы его и так, может быть, как-то бы и убили, но он нам, в принципе, и не нужен, чтобы мы его словили, и не нужен, чтобы мы его убили. Потому что, в принципе, зачем, да, если он... Это кто там, Шарпедо? А, да давайте выключим. Потому что, в принципе, он нам не нужен, так как... В том смысле, что... Зачем, да? Ох ты ж... А вот тут есть кто-то, нет? Вот тут, тут. Где же вы все были тут? Вы уже все пропали? Вот так еще и ни хрена не видно с этими шейдерами. О, ну, в принципе, то, что в океане еще реально до хрена покемонов, которых мы не словили. Тентакруэль есть. Есть. А на ком мы можем тут плавать? Бластойс вряд ли, мне кажется, что может тут плавать. Хотя... Хотя... О, Тропиус задыхается. Фиг его знает, ребята. На Кёгри потом поплаваем. Не, ну то, что сама суть, что... Тут действительно много покемонов, которых у нас еще нету, и нам было бы офигенно их словить. Ну, смотрите, ребят, еще пол уровня осталось прокачать Серпериору, и мы сэкономили... Мы сэкономили 7, 8, мы сэкономили 9 раркенди. А, за 9 раркенди, это, в принципе, нормально, мы можем прокачать других покемонов. Так, о, 47 уровень. Отлично. 32-й. Давай, 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 Серпериор, тебе еще пол уровня осталось. Так. И еще раз. Нет, еще раз. Вот, все плавайте, плавает там, смотрите на карте. Все, все виляет, да, виляет вокруг острова. Не угомонится, чтобы его словили. Или убили. Или просто глаза мозолит, хрен его знает. Ух, сколько тебя бить нужно, чтобы убить? Кто там бьется-то об стенку? Столько. Убивается. А, все, прокачали. А, нет, не прокачали, это мы кому-то другому прокачали. Еще один уровень. А вот сейчас прокачали. Эмбар 56, это мы Эмбару еще два уровня прокачали. То есть мы сэкономили не 9, а 11 уже раркенди. Еще вроде и Тропиуса один прокачали. Так, тогда вот это... Забираем и берем. Ну, я даже не знаю, ребята, кого. Нам еще, смотрите, сколько нужно. Нам еще нужно 4, 7, то есть 11, 19. 19 раркенди, чтобы прокачать Бластойза за Тропиуса и Эмбуара. А Лукарио это же отдельное. А мы Лукарио прокачали 3 уровня вроде. Я не знаю, давайте Бластойза, ему еще тоже до хрена нужно прокачиваться. Прям реально много. А вот тут как раз мы можем прокачать нормально. Да, я вспомнил, что с Бластойзом мы убиваем таких покемонов где-то с 4 ударов. Ну да ладно, то есть убиваем, да хотя бы как-то убиваем. Зорарк там... Точно, ребята. Вот, как раз убили. Следующую команду дополнительного покемона мы берем Зорарка. Так как много я увидел, в смысле, я увидел, что много людей писало, что возьми Зорарка в свою команду. И, в принципе, наверное, ребята, мы так и сделаем, что в следующей команде у нас будет Зорарк. А вот я как-то, ребята, забыл, или кто-то говорил, или не говорил, какие лучше темки брать на водных покемонов. Ну, Ice Beam как-то не очень, в принципе, он нормальный. Может там, я не знаю, Hyper Beam. Или может какие-то другие нормальные. То есть, ребята, если знаете, то скажите, потому что, в принципе, я могу где-то посмотреть, но у вас спрашиваю. Если вы знаете, то скажите. Потому что Ice Beam как-то не очень на него идет. О, 30-й, давайте вылечим. Вот так.
и нападем на этого. Не успел кинуть, он уже увернулся, зараза. Так. Как раз сейчас нормально так прокачаем. Еще раз. Сколько тебе пиджиоту, зараза? Айвизавр. Чармиллион. Еще и Вартортл тут. Вот так. Отлично. Смотрите, уже и Бластойз 55 уровень. Только что, ребята, только что он был 53-м. Уже 55-й. То есть, смотрите, нормально мы таки прокачиваемся. Так, тебя можно быстренько. До конца серии, мне кажется... Твою же, сейчас он, пока он туда долетит. Да ты что, ты реально прикалываешься. Ребята, это первый раз такое, чтобы за одну... Хотя нет, как бы... Это какое-то нашествие Кёрмил, знаете, мы тут стоим. Ну, как бы я понимаю, что мы в океане стоим сколько там, по полчаса, и они, конечно же, спавнятся. Но сколько и они не спавнились, а сейчас уже просто попёрло их так спавниться, что это сдуреть можно. Вот он еще один там. Но я не знаю. Я вообще не думаю, что они спавнятся шайни, а если спавнятся, то с таким шансом, что это сдуреть можно. Два! А тот что, еще не пропал, зараза? Нет! А, нет, это не шайни. Охренеть, а тот, который тогда заспавнился, еще до сих пор там плавает. Охренеть. Вот сейчас мы тебя убьем. Нет, не убьем. Хотя... Убили. Охренеть, сколько опыта! Так. Покехил. Давайте сюда. И может еще успеем догнать вот того другого. Он где-то вот там был, да? Но походу, когда мы... А, нет, вот он. Этот вообще не пропадает. Сколько он уже там плавает? Плыл на нас, сейчас в другую сторону начал плыть. Вот зараза. Хрен его так и увидишь, где он. Тут океан такой, что сдуреть можно. А вот он. Так. Ух, хрен мы. Охренеть, сколько ему EV. Да как? Это я не догоняю. Вот. Отлично. Охренеть. Одно сердечко. Так. Вот, отлично. Ух, ребята, офигенно. Да, офигенно, убили двух кёргов, офигенно. Ну я не знаю, какое-то реально нашествие. То есть тот заспавнился, можно сказать, на начале серии, еще до сих пор там плавал, потому что только два заспавнилось за серию, не три. Вот один, и там второй сверху был. И тут до сих пор плавал, еще до сих пор он там где-то блуждал в просторах океана. А когда другой заспавнился, он и нарисовался, что, мол, вот, я тут, не забывай. Так. Ну, ладно. Немного опыта заработали, да? Так. И Бластойз у нас уже, ребята, 56 уровень. Ему еще 4 уровня, и как раз нормально будет. Так. Лукарио мы, ребята, будем прокачивать в последнюю очередь. Я еще, если честно, не прям определился с командой, с новой командой, которая у нас будет, так как, в принципе, много людей писало, да, там, выбирай такую, но общее мнение нужно сложить, то есть не выбирать команду какого-то одного человека, который написал, а нужно посмотреть всех у всех человек, которые написали, и сложить общее мнение, да,
кто что больше хочет. Но, как я понял, Зору много кто хочет, чтобы у нас был дополнительный покемон. Кто там еще? Вот этот травяной у нас, наверное, будет Туртвик, да? Туртвик. Это тоже много кто писало. Электрический у нас, наверное, будет Шайни Эликид. Водные. Я не знаю, кто там у нас есть водные, если честно. Ну ладно, это мы потом посмотрим. А огненные, я не знаю, у нас там кто есть. Гровлит, Вульпикс, Пунита, Нумел. Вот то, что я вспомнил, ребята. Нам нужно еще Ларвесту словить. Точно. Точно. То есть нам еще потом нам еще потом в пустыню нужно будет пойти, чтобы еще и ее словить. Это тоже огненный и тоже офигенный. Так. Ну что, ребята, еще немного осталось. 57 уровень. Ну, не прям немного, да? Еще 2 уровня с половиной. Но все же вот так. То есть он более-менее так быстро прокачивается. А вот на таких 40-х уровнях вообще быстро. Да, так, сейчас. Нет, это опять, видите, ребята? Я смотрю, что у меня голод, что мне нужно покушать. И случайно лечу покемонов. То есть не знаю, почему так. Если хочу кушать, значит... Значит, то есть там минус 3 полоски, да, еды, и я хочу кушать, я что-то смотрю. А, значит, нужно вылечить покемонов, что-то туплю немного. Так, это Эмбуар. Хотя нет, Эмбуару нам же тоже нужно. Эмбуар у нас тоже 57 уровень, ему 3 уровня нужно прокачать. Но давайте уже мы Бластойзу прокачаем, раз мы за него взялись. Так, так, и еще раз, отлично. Сейчас, вот сейчас нужно вылечить. Сейчас мы не голодны. Так, ну, 58 уровень. Офигенно. Еще 2 уровня. Потом еще сколько? Потом еще 3 уровня Эмбуару. То есть 5 уровней. И Тропиусу. Точно, ребята, нам еще Тропиусу 7 уровней. Это тоже, можно сказать, до хрена. В этой серии мы еще, конечно, не прокачаем. Нам еще Лукарио осталось 11 уровней. Она вроде на Лукарио на начале серии... Это она или он, что-то вот так я всегда говорю. Он, потом она. Ну, в принципе, да ладно. Он будет, да, пускай, Лукарио. А, на начале серии он был 44 уровень, сейчас уже 49. То есть мы ему прокачали 5 уровней. И может еще сейчас один прокачаем с помощью экспешера. До конца серии, фиг его знает, посмотрим. Так, вот больших уровней что-то уже как-то нету, уже испарились. Так. Ну, то есть, точнее, мы всех поубивали. А, вот что я хотел посмотреть сейчас. О, кому там уровень пошел? Бластойзу? Или... Нет, Лукарио еще один уровень пошел. Вот что я хотел посмотреть. Да, второй орб, ребята, уже заполнен. Да, мы уже прокачали второй орб. Офигенно. Еще один орб на Забдуса остался, и у нас уже будут 3 орба. И потом все, ребята. И потом мы уже сможем покупать себе алтари и уже даже не париться насчет того, что нам нужно еще прокачивать орбы, потому что у нас уже есть они прокачанные. Так, там еще один был большой уровень. Давайте вот этого тоже 40 там. Давайте, я уже думаю, знаете что, давайте уже прокачаем Бластойза до 60-го в этой серии. Ну, мне кажется, что успеем. Так. Давайте быстренько найдем каких-то больших уровней, чтобы действительно до конца серии уже прокачать Бластойза. Потому что там полтора уровня где-то осталось. Так. Вот за... Нет, за этого еще не даст уровень. Нет, за этого еще нет. За этого, мне кажется, тоже нет. Хотя нет, дало. Отлично. Вот последний уровень. Само так, знаете, не быстро он будет идти. А еще если смотреть на то, что больших уровней нету, вот только Кингер 60 уровень. Так, за Кингера
Сколько опыта даст? Сейчас где-то 2%, сейчас где-то 15%. Ну, то есть нормально, да, убить так штук 7 киндлеров. Уже нормально. Так, еще и арбока можно убить. Давай. Ну давай. Капут, кинешь воду, пока он туда долетит и там заспавнится, то это вообще. Еще один уровень кому-то прокачали. Кому? Тропиусу. Мы еще один уровень Тропиусу прокачали. Отлично. Потом еще Тропиусу 6 уровней. Ну и потом еще Лукарио 10 уровней. Пока мы остальных качали, Лукарио уже 60 уровень. Нормально. Вот смотрите, сейчас мы этих трех кингеров убьем, если они куда-то в бой не вступят. Еще один заспавился. То есть не трех, а четырех. Так. Вот почти Бластойз. Почти. Так. Еще ты. За этого уже, по сути дела, должен даться уровень, мне так кажется, ребята. Сейчас посмотрим. Так, отлично. Гидропамп. Байт. Ну, давайте вот это. Все, Бластойз 60 уровень. Вот Эмбару сейчас еще нужно тоже офигеть, сколько прокачать. Ну, 3 уровня, то есть. Тоже более-менее быстро. Смотри, ребята, мы прокачали Желтиона, да. 60 уровня, мы прокачали Сетпериор до 60 уровня, мы прокачали Бластойз до 60 уровня, и по сути дела мы сэкономили где-то около 20 Раркендии в этой серии. То есть если мы эволюционировали бы всех покемонов с помощью Раркендии, мы бы на 20 Раркендии больше использовали. Мы прокачали 7 уровней Сетпериору и Бластойзу, прокачали где-то 3 уровня Эмбуару, прокачали 2 уровня Желтиону, прокачали где-то 2-3 уровня Тропиусу и прокачали около 6-7 уровней Лукарио. Это до хрена. Так. Давайте еще. Да ты чё, прикалываешься? Так. Пока тут не водные, а вот такие, то давайте их убьем с одного удара. Чтобы прокачать нашего Эмбуара. Так, все. Там еще босс, ну да ладно. Ребята, давайте на этом уже закончим. Давайте домой. Домой. Быстренько слетаем. И на этом уже тут закончим, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забываем, чем больше лайков, тем быстрее выйдет серия. Я еще раз извиняюсь, что вчера она, в принципе, не вышла, да, потому что я уже, можно сказать, объяснял, почему. Давайте на этом уже закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Еще раз всем за просмотр, всем удачи и всем пока.